Эй, привет. В общем, мы так же похавали. Теперь я иду в важное путешествие за детским питанием. Вот в этой гостинице мы живем. То из-за того выхода я только что вышел. Деваха с рецепцией отправила меня. Непонятно вообще, куда она меня отправила. Она мне сказала, выходишь и left где-то 200 метров. Ну вот какой-то магазин Глобус, в который идет какой-то мужчина. Но я сомневаюсь, что там есть детская еда, которая мне нужна. Вот. Короче. В Глобус мини-маркет. В общем, вот такие улицы, короче. В Черногории. Естественно, в 8 утра здесь никого нет. В общем, держу в курсе.